Всем здорово, ребята! С вами Варпач и Фрэш. Сегодня два Петровых будут открывать кейсики и крафтить кое-что интересное в CS GO! Чё, кого, бро? Да, вы выполнили, надеюсь, мое задание и сделали все, что я сказал вам в этом ролике, в самом начале. А сейчас самая интересная и вкусная часть — это кейсики и, конечно же, крафт, Glock 18. Гридиент! Да. Третий хочешь, да? Мы тут, кстати, Макс, помнишь, что мы с тобой вычитали-то? То, что Glock 18 градиент, патроны крафтится 5% шанса. Я его два раза уже скрафтил. Два раза подряд крафтил ему. Да, кто-то сказал Glock градиент. Ну, по нифига себе! Слушай, мне кажется, всегда, когда мы записываем кейсы, всегда просто Паша подваливает. А я голенький. Да, Паша, здравствуй! Привет! Мы сейчас будем открывать кейсики и крафтить Glock 18 градиент. Давай сыграем в игру. Крафт Glock 18 градиент обходится порядка 6 тысяч рублей. Если мы его скрафтим, то мы в плюсе на 20 тысяч рублей. А ты хочешь, я тебе буду рассказывать страшные истории? Давай, сегодня у нас страшные истории. Хэллоуин нагнетает. В конце октября будет Хэллоуин, и весь месяц до Хэллоуина у нас будут страшные масочки. Вот так вот. Бугага. Первое, что я увидел просто ночью, это был фантом. Фантом в маске, что сейчас у Варпача. Первое, что увидел ночью, это Варпач. И тут Варпач нашел своего друга по имени Морис. Ух. Я решил обрезать его эти стволы. Мы обрезали стволы? Ну это же обрез, типа, с этого сременка. А может быть, он был еврей? Может быть, кстати. Может быть, он уже был таким обрезом. Короче говоря, Морис оказался очень хорошим малым, который кидал эти, ну там, короче. Может быть, он деньги кидал? Да-да-да. Фрэш, теперь твоя очередь. Он кидал эти, и потом сделал, опять кинул зиги. Напомню, зига, что это развлекательный контент, и все, что вы слышите, это всего лишь пародия, или может быть похоже на это. Ну что, ребятушки, сейчас мы переходим к самому вкусному. Мы переходим к крафту Glock 18 градиент. И мы, конечно же, запихиваем туда ультрафиолет. В какой слот мы запихаем хот-рот? В любой, какой хочешь. Хорошо. Третий, так, в третий. Давай, помоги. Если ты сейчас вот это дело скрафтишь, то я покажу, что я вообще самый классный бодибилдер в мире. Блин, хорошо, значит, не скрафтим. Хорошо, ребят, если сейчас мы крафтим, то Паша показывает, какой он прекрасный бодибилдер. Слабо бустом? Просто бустом? Да. Ну, хорошо, я сейчас это сделаю, секундочку просто. Ребята, прямо сейчас, чтобы помочь этому крафту осуществиться, пожалуйста, поставьте лайкусик, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Это даст плюс 50% крафту этого замечательного оружия. В этой маске, кстати, тяжело безумно дышать, поэтому там... Вот это вот слышно, мне кажется. Вот. И я надеюсь, вы все сейчас прямо сделали, а я нажимаю крафт бустом. И это напоминает... Третий сейчас нам выпадет, так что клиньте. Че третий? Че ему там третий выпадет? Вот, видишь, не нарисовал. Да. Глок. Слышь, глок. Отвечаю. Мамой клянусь. Отвечаю, Глок. Отвечаешь? Глок. Отвечаю, Глок. Сука. Сука. Серьезно. Вы серьезно? Я не могу в этой маске находиться, ребят. Мне дышать очень тяжело. Я когда дышу, она у меня вот так вот пульсирует вперед-назад просто. У меня так же было в маске коня. Это реально Глок, но, сука... Ой, здесь чек, кстати, в нем лежит. От Глока от этого? Да, от Глока. Просто Габен мне сразу через компьютер выдал чек. 433 да? рубля 30 копеек. Проверь, я правильно угадал цену? Сука. Давай посмотрим. Возможно, ты не угадал. Так что я вот предлагаю проверить. 397 рублей 20 копеек. Понятно? Ну, ребятушки, как вы видите, нам не совсем повезло. Ты знаешь, это Кирилл. Отлично. О! О, ты посмотри, а. Ясно, подушка бреет. Шо это у нас тут такое, а? Бодибилдер секс? Я слеп. Смотри, вот так вот. Это Паша. Это Паша. Скриньте, пацаны. Это Паша, он не боится встреч в реале просто. Сука, акула какая-то просто. Меня зовут Павел. Сегодня мы будем делать опенкейсы. Мне нужны деньги на спорт.
Мне нужен это, как он там, протеин, героин, ой. Просто. Не-не-не, я ничего не говорил, это оговорочка по Фрейду, как бы я ничего не говорю. Да, посмотрите, мех свой кладет. Точно протеин. Ты к зиме готовишься, Паш? Скоро снег, скоро зима, зима близко, как говорится. Ну, ребята, а мы переходим в CS GO. Ой, на сайт. Я дурак. И вот мы переместились на сайт csgo.net. И мы тут сразу видим фиаско, братан. Это фиаско. Да, братан. Что, давайте, может, сразу с него такой херакс, фиаско. О, слушай, нифига, я когда последний раз здесь был, тут не было сразу 4 раза кейс открывать. Так что обновленница, ребята, обновленница. Так, и смотрим, что нам тут может выпасть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И все пролетает. Это что, это... Ну, ой-ой-ой-ой-ой. Все, все продаем. Давай быстро откроем. Опа, очки! 166. Есть оно. Кто смотрел? Оно, кому понравилось, просто лайкусик. Мне понравилось, очень круто. Так, опа, очки, 505 рублей. Нормально, могу купить. Давай еще раз. Оп, 470, нормально. Давай еще. Оп, нормально вообще продаем. Братан, а кусик 5 раз хочу. Я 5 раз. Давай. Там кто-то АВП бах выбил с того кейса, из кейса оно. Открываю акусик, обожаю акусики, открываю акусик. Два раза сока купился, и что там вышло? Вулкан, аквамарин! Так, отлично, подожди, подожди, не успеваю. Куда смотреть? Вулкан хороший и аквамариновое месиво. Я все правильно, значит, назвал. Отлично. Кейс по косарю. Кейс стоит косарь. Сейчас 2 косаря мы потратили, и сколько мы выбиваем? История дракона, ну конечно, наш хер выпадет. Два империальных дракона. Говно. Что, 5? 5? А не хватает. 4. 4. Изи-мани. Ой, дурак. Изи-мани. А, в данный момент нельзя открыть. Я понял. А, 3 раза. Не надо. Нельзя. Сейчас продадут эти пистолеты. А, да. Слушай, логично. Петров Петрову говно не скажет. Красавчик. Открываем быстро. 7.20. Продать. Не, а что сразу 5? Да почему? Мы так не дюпнем. Давай 5. Мы не дюпнем так. Ну, хз, давай, так открывать. 3. Давай. 4. 3 косаря стоит. 3 косаря стоит. 6. Ты можешь открывать 7, больше 10 раз. 15, 8. 15 раз. 9. 10. О, отлично! С 10 раза! Я знаешь, как делал? Что? Вот, тебе выпадает ширботреп, ты его оставляй и не продавай. Да. Окей. Подожди, мне казалось, это ширп. Стой, у меня мозг плохо отреагировал. 3800 дюпнули, хорошо. Так, пускай лежит, а чё нет? Ай, нет, тут нельзя, так это быстро. Тут надо вот так вот, по одному. Это 3, это 4, 5, 6, 7, 7 на 3, 21, уже не окупаемся. Да. 8, ну надо идти до конца! Больше теперь нет, не окупишься. Не надо. Не надо. Всё, я все понял. Ты не окупишься, минус. Последний раз. Все. Последний раз. Сука! А я думал, что сейчас не будет. Ай, хорошо. Так, все, продаю. И мы сейчас просто дюпать будем. Просто дюпать. Просто изи бабки. Раз. Со второго раза просто изи бабки. Продавай. Стой, я оставлю ширп. Два. Три. О! 4, все, пошла жара. Стоп. Ширп. Стой, надо ждать. Да, надо оставлять ширп. Ширп оставляю. И надо ждать. Открываем быстро. Давай. Попробовать еще. Открываем быстро. А? Подожди. Сколько здесь этих сеток-то? Давай. Ну, штук может 50 быть. Еще давай. Вот сейчас выпадет. Что ж ты? Сейчас выпадет. Сука. Нет, вот сейчас. Сейчас выпадет. Да что? Скрин через 2 раза. Сколько у них? Вот! Так, что, продаем? Давай. Давай всю. А то кстати, по-моему, на месте не продавай. Не, не надо ничего продавать. Не на месте, она сейчас может нормальную шмотку выдать. О, все, отлично. Блин, мы вообще красиво задюпали. Раз. Нет, два. Ну, здесь должна три, быть рарная предметка. Четыре. Пять. Шесть. Редкий, опять же, семь. Сейчас будет. Ну, зачем восемь. Я не продаю. Девять. Десять. А сколько она стоит? Вот это я не помню. В районе 3000 вроде бы, да. Мы 2000 сейчас потратим. Угу. Раз. Два. Три. Слушай, здесь, по-моему, нету его.
Должен быть. Возможно, что я не знаю. Да, нету правда. Нет, не может быть такого учителя. 6. Он один хотя бы должен. 9. Там кто-то его выбил. Серьезно? Да, Акихабару выбили. Да. Сука, Люцифер, да ты офигел, что ты нахрен пошел? Он просто повторяет. Контракт. Не, смотри, но он по тактике работает, он правильно делает. Слушай, ну, это да, логично, вот это все оставлять, у тебя получается 8 рублей, отлично. Так, распишитесь. Так. Чехол Акихабара. Это будет смешно. Так. Деньги в боец за 5 рублей, а чё нет? Мы зато это, кстати, можно быстро избавиться от этого ширпа. А какую-то то, пушку. Что сейчас выпадет, ты в контракт закинь его с дорогими. А, давай, попробуем. Выпадет. Тебе так что-то классное может выпасть. Окей, вот попробовать еще. Я купился, ты в курсе? Да, оп. Оп, как раз 10 пушек вообще четко. 300 рублей сейчас может выпасть. Ну-ка. О, да, блин. Нормас. Давай. Нормально. Давай, детка. Из ширпа 300 рублей. Бог червей. Нормально. Давай. Всего-то жига. Давай, всего-то жига. Всего-то жига. Да Макс опять байтит. Я знаю Макса, он постоянно байтит. Сейчас бы так забайтить охеренно. Мне никогда... Волны, серьезно, 12 тысяч? Я очень сильно удивлен. Так, все, пацаны. Пацаны, где? Ты продал? А, нет. Нет, ты что, дурачок, что ли? Подожди, 12 тысяч, серьезно? Да, волны. Я, чтобы сегодня купить контракт для Glock 18, продал нож волны, только не такой, а крюк. Крюк продал нож волны за 6 тысяч. И тут мне новый штык нож волны просто прилетел. Просто по красоте, просто... Крюк на палку поменял. Крюк на палку поменял. А что нет? А что, могу себе позволить? Что, думаешь, из выпадет? Давай. А если выпадет, я забираю и ушел. Я считаю, сука, что пора окупаться с донатом на сайте. Опять. Не, ночью можно окупаться. Ночью можно, реально. Контракт не хочешь из этих трех? Да ёпта. Нет, какой контракт? Ты как, о чем речь-то? Какой контракт? И что, бредишь, брат? Оп, за 18 рублей. Все, ребят, я понял. Моя удача, короче, кончилась замечательном ноже. Я его забираю. Если вам понравился сегодняшний ролик, то не забывайте подписываться на каналчик. Ставьте ваши пальчики вверх, подписывайтесь на ребят. Ссылочка на них находится в описании. 37 тысяч лайков, и тогда в следующем видосе я вставлю, где Паша будет позировать кубиками своими. Так нет, что... кубиками не буду, вот ручками буду. Ручками будет позировать, кубиков, ладно. Ребята, с вас лайкусик, с нас хорошее позитивное настроение для вас. Ссылочки все нужные для вас находятся в описании. И всем удачки, и всем покусики! Кукурузики F17, F19. Кукурузики.